Вот идут работы, люди достают свои вещи, какие остались. Трасса уже открыта на Симферополь, но все равно масштабы колоссальные. Музыка орет кого-то. А здесь как будто машины упали, скатились. Еще утром расчищаю дорогу. Сейчас узнаем. О, привет! Здорово. Слышишь, а что там, много погибло людей? Сколько погибло, не в курсе. Никто не знает, да? Пока информацию не выдают. Тихо. Слушай, блин. Все, заглохли, там все стоят. Обалдеть. Надо ужас, все, полный, поворачивай сюда. Быстрее. Ты все больше и больше. О, Жигуль едет ему. Не, нормально. Пройдет. Смотрите. Смотрите, какие брызги тут прикольные. На этом месте был ровный, хороший, пологий пляж. Вот что стало после вчерашнего ливня. Район аквапарка пострадал больше всего. Владимир Путин сегодня с рабочей поездкой в Севастополе. Вместе с ним туда приехал и Дмитрий Медведев.